Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Белорио», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание на обозрение сегодня предоставляется детский велосипед от немецкой компании «Бергамон». Модель называется «Бергамонстр». Это велосипед, у которого размер колеса 20 дюймов, рама алюминиевая, вилка жесткая и количество скоростей 7 скоростей. Велосипед комплектуется покрышкой, которая полусликовая, под протектор, по асфальту тихо будет ехать, а по пересеченности будет хвататься. Есть шипы достаточно хорошие. Переднее колесо на гайках. Не легкая стенная эксцентрика, а на гайках. Это понятно, велосипед в любое место можно, в любой в автомобиль можно поместить, небольшой. Тормозная система V-брейки, передние и задние тормоза. Рулевая здесь мощная, на которой красивый такой монстрик нарисован. Велосипед сам выполнен в зеленых тонах с монстрами, вставками тут везде. Спереди, по бокам, сзади. Очень красивые монстрики. Это велосипед 2018 года. Делается в зеленом цвете. Рулевая здесь, как я говорил, мощная. Ручка здесь идет только на правой руле. Переключается только задний переключатель. Спереди переключателя нет. Приятные зеленые такие грипсы, они способствуют тому, чтобы рука не потела. Если запотеет у ребенка рука летом, то не будет скользить. Это антискользящее покрытие такое идет. Велосипед имеет хорошую систему переключений. Спереди отсутствует переключатель, да и не нужно ребенку сильно много переключателей. Пластиковая крышка для того, чтобы не попадала одежда, брючина в цепь. Это нормально. У велосипеда сзади стоит переключатель хороший, на 7 скоростей компании Shimano, 300-е турне. Сзади Семерик стоит, велосипед комплектуется камерой, у которой автомобильный ниппель. Ниппель автомобильный позволяет легко накачать колесо, любой родитель без проблем это сделает. Также надо отметить, что у велосипеда есть петух. Это уже один из основных хороших аксессуаров, как для взрослых велосипедов. Учитывая то, что это детский велосипед, ну, очень хороший подход к комплектации велосипеда. Есть пластиковые педали, широкие, большие, ребенку удобно кататься. На сидушке нарисована надпись «Бергамонстр», модель сама. Классный велосипед, легкий, алюминиевый. На таком велосипеде уже можно кататься подросткам, детям, я бы даже сказал, с ростом, у которых расстояние от пятки до паха, как мы видим, 48 сантиметров. Это то минимум, которое должно быть у ребенка, для того, чтобы когда он слезался с велосипеда, у него не было травм. 48 сантиметров от пятки до паха – это начальный вариант ребенка. Такие велосипеды покупаются 5-6 лет старше. Если вы заинтересовал данную модель, она легкая, удобная, кататься будет каждому приятно. Наш киевский велосипедный магазин будет рад каждого видеть. Если вам понравился наш видеоролик, подписывайтесь на YouTube канал. Если приведете нам на YouTube канал 100 покупателей, вам скидка 15%. Будем рады вас видеть. До скорой встречи.